Наверное, лось. Ну похож такой здоровый, не знаю. А где они? Где? Ну, вон, там много идет. Обоих несешь? А? Обоих несешь? Да, Оля. Молодец. Нашел обоих. Гуд. Два, да, один был живой еще. Товарищ динамит помог. Один скончался. Ну, повезло. Ну, хорошо приметили, где они упали. Ты поднял эту штуку? Ну, так хоть удобно стало. Ну, зато высоко, блин. А я могу ее потом вот так вот, когда они летят, опускать. Да. Да я не знаю, почему ты их не видел. Нет, ну просто это головой вертишь, что ли? Я видел, что они летят. Ну, я когда режу, у меня голова туда смотрит. Я не могу приподнять, я боюсь, что они меня увидят. Да? Не-не, приподнимай, что смотреть-то надо. Пресс качают. Этим мы и занимаемся. А ты думал, как? А мне вот просто нравится лежать в поле. Да. Лица в небо. Оставляем тебя тогда. Сегодня в поле до вечера. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас какое? 13-е? Да. Ха-ха. Вот причина наша. Теперь мы знаем, почему у нас такая офигенная охота. Короче, сегодня собрались представители иммиграционной службы Канады. К нам в гости приехал главный представитель офиса, и он привез отказ некоторым товарищам, которые хотят мигрировать. Отказ вот в такой форме. Вот такие вот письма, они содержат уведомление, что: «Дорогой товарищ Гусь, ваша миграция в этом году на юг отменяется». Так и написано, черным по белому. И вот эти отказы мы вручили сегодня успешно нескольким товарищам. Надо показать, наверное, да? Оживление какое-то. Вот наши подсадные. Вот купили вот таких вот красивых дюжину темных. Вон другое с белой головой. О, гуси встают. Ага. Вчера на этом поле было очень много гусей, и мы раскатали губу, думаем, сегодня будут миллионы. Но не пришли миллионы, но пришли утром одной большой лавиной. Прилетал к нам в гости крикаж зеленоголовый, красивый. Гуси кричат. Идут. Да. Итак, и снова здравствуйте. Сегодня 13 октября. В гости приехал Володя из Галифакса, и мы разговариваем в поле с гусями. Откровенный разговор происходит сегодня. Да. Мужской такой, суровый. Утром нашла большая масса гусей и выбили одного вот такого. Это из белых гусей, но молодой. Он весь серый. Juvenile их называют, да? Даже клюв серый, весь серый. И мы купили точно таких же подсадных дюжину. Вон они, темные. Уже усовершенствовал производитель их. Они полностью отлиты из этой пластмассы. Даже если поцарапаешь, она внутри все равно такая серая. Угу. Но дорогие собаки. Дюжина, 12 штук, 220 баксов. И плюс еще налоги, 240 баксов. Офигеть. Нет, 20 баксов один. 20 баксов вот один такой гусь. Елки-палки. Где справедливость, не знаю. Наплавлю пластмассы. Добавлю туда черной краски. Открою заводик. Да. И буду я подсадной Джо.
Миллионер. Так, ну вот этого крикоша зеленоголового мы уже показывали, да? Он уже у нас популярен. Да, он уже всем знаком. Дробины прошли здесь. Так, и покажем других гусей. Это мы немножко настреляли, да? Несмотря на то, что сегодня 13-е, мы умудрились поговорить с гусями немножко. Опять это одиночка кричит, по-моему. Вообще довольно такой увесистый разговор получился. Угу. Нести. А, вот такие вот темные гуси прилетали к нам сегодня. И мы их вызывали. Вон идет одиночка. Вот такие вот гуси. Че, одиночку ждем? Где, где? К нам посаживаться не хотят. Ну попробуем. Пять! Слушай, мантон, да? Ну, не хорошее дело. Если бы я умел, то что, я бы звал, звал. Раз он ищет кого-то и летает, ищет тоже его так это. Развернули гуся. Еще good там. Good fetch, да! Good fetch! Стадо еще идет. Good fetch, да! Good boy! Может они мою зеленую голову сильно видят или что? Не знаю, поэтому я говорил, знаешь, про оранжевое, про это все. Fetch! Fetch diamond! Еще один. Этого сильно раздолбили. А, это который там упал, да? Один у нас? Да. Не, которого мы последнего сбили. Нет? Который два раза ты стрелял, но потом я стрелял. Да. А тогда еще один должен быть. Угу. А тот, который вдалеке упал, казался гигантом, а ничего особенного, такой средненький. Они все гиганты, когда летят, кажется, но такие. Когда упадут, то уже меньше. Ну, упадут такой прям. Крупная дробь не нравится, мне мало дробин попадает. Итак, что, какой у нас результат сегодня? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 гусей и один селезень, крикаш. Пойдет, да, худо-бедно так. И 13 числа 10 гусей. Пойдет же? Пойдет. 2,5 охотника. Да. Ну, динамит он больше, чем половина. Хорошо. И один кинооператор. Да. И там тоже в основном, сколько я видел, гильза лежит. Наверное, был произведен выстрел. Был. Солнце уже высоко, птица уже не видна. Оператор отбивался от нападающих. Да, вот такая получилась охота. 13 октября 2012 года. 10 гусей. 10 гусей и одна утка. Но это еще не вечер. Вечером опять поедем. Да? Окей. Ну, все хорошо. Товарищ динамит хорошо работал, бегал, издалека приносил. Да, я его... взяла на камеру. Да? Угу. Хорошо. Теперь просит, чтобы жилетку ему сняли, говорит, уже
зудится у меня все, да? Ну, охота закончилась. Снимем жилетку тебе. Ну. Все. Не любит он эту жилетку. Когда холодно, тогда любит. Ну смотри, гуси у нас как пьяные, что-то на боку лежат. Конечно, так к нам никто не подлетит. О! Оля, между прочим, самый классный скрадок. Когда вот так закроешь, что он плоский, так почему не видно. Да они, наверное, меня все видели и сказали. Так, ну все, собираем барахло, да? Да. Пойдем за машиной. Хватит. Ну вот, окей. Фото. Хорошего понемножку. Да. Сначала есть. Ну.